больше с левой стороны правой? Ну я с левой, дай же гром. Не-не, выше, может поднимай. Поближе подвинься. Ага, вот так. Я должен вот так нажать? Да. А давить налево? Тянуть. Ты как бы чувствуешь, наверное. Лево давить, слева тянуть. Понял? Да, хороший ролик. Ну что, держите равновесие? Да. Слушай, это надо тренироваться в домашних условиях, потому что реально не сообразить, короче. Имей в виду, это еще довольно легко, потому что тут нету эффекта инерции от рулежки. Да. Потому что тут управляется почти как обычный. А с этим, а на МБП еще там это, еще так просто рулем не вильнуть. О, поехал. Поехал. Я говорю, то еще немножко легко будет. Блин, я тоже хочу попробовать. Короче, тренироваться. То есть, реально, ты давишь ногой, ты первый раз поворачиваешь, ты еще соображаешь. А второй ногой ты давишь, ты уже не соображаешь. А что, надо руль дотянуть, чтобы... То есть, у тебя это сработает?